Работаем с существованием дракона. Для того, чтобы анализировать некоторые явления, надо знать их признаки. Сразу конкретизация правил. Пожалуйста, используйте не современные, новодельные какие-нибудь рассказы, фэнтези и тому подобное. Дело в том, что их составляли люди, которые не являются носителем традиционной культуры, которые образ драконов на самом деле не понимают. Не опирайтесь на мультики и анимацию. По той же самой причине. Их рисовали и составляли люди, которые о драконах имеют самое-самое косвенное представление. Наш рабочий материал – древний миф, в крайнем случае сказки. Сказки – явления более поздние, чем мифы. Там уже могут быть какие-то наслоения. Лучше всего древний миф. Ну, и в качестве худого варианта, но возможного, сказки и легенды. Ваша задача сейчас будет составить список признаков драконов. Итак, каким признаком обладают драконы? Первый. Ну, три головы. Ага, абсолютно три вопроса. Нет, обязательно, пять голов. Значит, факультативная многоголовость. Да. Что такое факультативная, понятно? Нет. Не обязательно. Но бывает факультативный курс. Так, факультативная многоголовость. Прошу. Без шерсти. Без шерсти. Чешуя. Чешуя. Но я могу в скобках написать в авторской формулировке. Дальше. Огнем дышится. Огнедыхание. Дальше. Большие размеры. Угу. А, возможность летать. Как это сказать? Наличие крыльев. Ну да. Так, размер 4, полет 5. Дальше. А вот хвостатость считается? Ну, хвостатость... Ну, можно написать, я не против, но дело в том, что гигантское количество живых существ хвостатое. Да. Ну, давайте запишем. Не перекусите. Нет. Оно плотоядное. Плотоядность. Европейский дракон несомненно. Но, опять же, очень много плотоядных, но я не против. По-моему, это рептилия. О, стоп. Вот это, ребят, обратите внимание, чем отличается вот этот признак от всех перечисленных? То есть такое предположение, а это взято... Ребят, вот это все наблюдать можно? Да. Да. Так. А рептилия, на самом деле, это некоторый класс, сконструированный человеком. Да. И принадлежность к рептилии уже надо доказывать. Да. Увидеть, он же не несет на себе этикетку «я рептилия». Так? Значит, принадлежность здесь надо доказать. Так что это другая группа. Может, она откладывает яйца? Ну, это не значит. Говорят, что они откладывают яйца. Да, яйца. Вот это нормально. Яйца рождения дальше. Они не плавали, я не помню. Просто нет. Европейские с водой вообще сложных отношений. Стайные драконы. Вообще-то во всех мифах драконы строгие одиночки. Да, они одиночки. Да? Ну, я могу написать? Вы можете мимо двух важнейших европейских мифологем, которые на самом деле знают все. Сказки вспоминайте. Вообще европейский дракон, он всегда в какой сюжет включен? Кого посещает? Любых людей? Да. Нет, девушка. То есть любых людей, девушка. Там какого-нибудь старика, торговца. Девушка. Они же шкличи в деревне. Да. Кто? Красивые. В деревне это уже противостояние с людьми, а не похищение. А похищает он кого? Принцессу. Во! Не просто девушку. У нее еще предпочтение такое странное оказывается. Еще да? Она красивее. Значит,
Ребят, вопрос о красоте настолько индивидуальный, что давайте мы его пока вынесем за скобки. А вот то, что у них что-то там нечисто с принцессами, вот это вполне подходит. Они еще все время были мужского пола. Тогда вопрос, откуда же, интересно, откладывались яйца? Мне тоже интересно это. Если уж все-таки не размножались вегетативно, ну то есть дракон уклонил палец, из него вырос маленький дракончик и убежал, да? Тогда все-таки, если есть размножение, значит, где-то драконессы есть. Обсудим это отдельно, куда же, в обсуждение, которое требует доказательств. Вопрос с антидракона. Да. Д плюс принцесса, что ли? Еще раз. Дракон плюс принцесса. А. Могу вот так написать. Так. А может, я взял логику? Хорошо. Ну, а еще одна мифологема. Опять же, про европейского дракона во всех случаях. Он ел людей. Это ел людей. Ну, хищник с людьми. А, еще у него крепкая броня. Золото. Клады любили, драконические клады. Ну, вы же уже на сказке опираетесь. Ну, так, одну секунду. Давайте-ка вспоминаем легенды и мифы Древней Греции и Средней Европы. Да. И нам интереснее будет Средняя Европа, кельтские драконы. Про золото Рейна. Не слышали ничего? Вообще опер такая есть, да? Ага, дракон Фафнер. Да. Ага. Клада не было? Клада. Ну, так еще. Ребят, совершенно особое отношение к кладу. Так. А вот то, что он из воды, ну, есть же мифы, где из воды выходит какое-то чудовище, тоже иногда только плавает, и ему в жертву приносит какую-нибудь принцессу. Есть такое. Совершенно запросто, начиная с античного Персея. Так, кончая более новодельными вещами, но еще раз говорю, у европейского дракона отношение с водой сложное, поэтому, если воду записывать, то запишем вот так. Дракон плюс H2O равняется вопросу. Ну хорошо, с вашей точки зрения, вот этого списка признаков достаточно? Понятно, если перечислить вот эти признаки, скорее любому всего человеку с улицы, понятно, о ком идет речь? Да. Ага, понятно. Хорошо. Ну вот, это будет наш рабочий список, с которым будем возиться. Еще одна мысль, у него черная кровь там. Ага, кровь дракона принимается. Она еще целебная, да. Да, она еще делает там человека неуязвимым, там все. Странная кровь. Так. Загадочная. Так. Принимаются действительно важная вещь. Есть такое дело у тех же самых небелунгов. Да, вот я про них. Да, там клад зачарованный какой-то. Да. Хорошо, ну вот это наше рабочее множество. И теперь попробуем его поанализировать с точки зрения естественных наук. Поскольку в первую очередь мы будем разбираться с биологической реальностью дракона, ну просто такой звери или не был такой звери, так, то в первую очередь становимся на позицию биолога. Отлично. Смотрит биолог на этот набор признаков, и какие признаки должны его сразу насторожить. Самые странные для биолога. Многоголовность. Так, многоголовость. Огнедыхание. Огнедыхание. Мне кажется, клады и принцесса. А вы про сорок слышали что-нибудь? Да что? Сорок, про сорок, да, сорок. Да. Но они принцесс не похищали. Стоп. Клады и принцессы – это все-таки две разные. Клады, принцессы. Клады, принцессы, сорок, а принцессы – это, странно. С принцессами действительно что-то странное. Ну, да. Например, давай, размеры полет – это тоже странно. Полет. С такими размерами. Да, с таким-то размером. Это верно. Вот если вот эти два несоответствия, они очевидны, то вот это более тонкая штука, именно с них мы и начнем дальше. Ну, хвастаться это нормально, биолога не насторожит. А то, что кровь, плотоядность. Ага, кровь, хорошо, принимаем. Ну, все вроде бы. Так вот, давайте выберем сначала
такую пару признаков, которые вроде совершенно нормальны, никакие не мифологические, с которыми работать должно быть попроще. Можно размер и пожалуйста. Объединим их вот так. И в первую очередь возиться будем с этими двумя вещами. И посмотрим, что здесь у нас с вами останется. Набор признаков все переписали? Потому что я сейчас буду стирать с доски, а надо, чтобы этот набор остался. Мы с ним будем работать дальше. Хорошо. Сначала разберемся, как тело устроено. Вот просто может или не может существовать зверь с подобным телом. Так?